А еще вам похвастаюсь, как круто я сегодня застелила кровать. Сегодня в честь Дня Святого Николая. Все по-новогоднему. И подушечки поставила, и одеялко застелила. Одеялко, правда, у меня почти каждый день лежит, а вот подушечки нет. Подушечки не всегда. Эту я последнюю оформила и решила, пусть стоит. Ну, подумаешь, Хэллоуин прошел. На Новый год все можно. В общем, впала в детство. Ну, все мы немножко дети. Зато настроение улучшается у меня, по крайней мере. Зайца определила под елку. Пусть ждет свой год. Может, принесет что-нибудь хорошее. О, это я вышиваю сейчас эту картину. А эта игрушка прошлогодняя, кажется, или позапрошлогодняя. Висит все с собой в эвакуацию, все с собой. Там у меня картинки. Надо на елку конфет навешать. Белочка сюда подойдет. Елка просто изумительная. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки, лайки.